Арсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Ситуация у нас остается достаточно стабильной последние дни. Всего у нас случаев заражения новой коронавирусной инфекцией с ее начала в Якутии 2822 случая. За последние сутки 69 новых случаев. Из них по городу Якутску 57 случаев. И у нас есть 6 случаев по Мирнинскому району. Хочу также сказать, что у нас за последние несколько дней количество выздоровевших стабильно превышает количество новых заболевших. Так, за последние сутки выписано после полного выздоровления 78 человек из больниц республики. Вообще, в целом, если говорить о коэффициенте распространения инфекции, то он у нас составляет последние дни в районе 0,9, на сегодняшний день 0,89 по республике. В целом, процент распространения инфекции, увеличение количества заболевших, он сократился за последние недели до 2%. Это, безусловно, позитивные факторы, которые позволяют нам говорить о том, что с 15 числа ряд ограничений будет снят. Но при этом говорить о полном снятии ограничений, о кардинальном снятии ограничений, конечно, абсолютно рано. В мой адрес главный санитарный врач республики свои предложения внес. И сегодня до конца дня соответствующее решение на основе его представления я, как глава республики, в обязательном порядке приму. И соответствующий указ о дальнейших мерах по выходу из карантина, он у нас будет подписан. Хочу еще раз предупредить, что ситуация у нас далека от успокоения. Так мы видим вспышки вот и по ряду районов, в том числе вот по Мирнинскому району. У нас еще напряженная ситуация по городу Якутску. Вот хотя есть значительное сокращение до 57, но хочу напомнить, что вот до начала вспышки болезни, которая у нас резко пошла 20 мая, у нас заболеваемость по Якутску была в районе 30-40 человек в день. Вот, соответственно, мы еще не вернулись даже еще к показателям вот 20-х чисел мая. Поэтому здесь надо понимать, что в любом случае ограничительные меры будут оставаться некоторый период. Вместе с тем, еще раз говорю, радует то, что позитивная динамика, она у нас по республике в целом наблюдается практически по всем направлениям. Спасибо.